Сегодня в супермаркете Фора я купил от торговой марки Торчин соус барбекю со сливочным пюре и медом. Стоит это 17 гривен, 200 грамм, сделано в Украине. 200 грамм, 17 гривен. 17 гривен это у нас 60 центов где-то. Вода, цукор, пюре, мед, крахмал, паста томатная. Nestle Good Food. Так, ну что, открываем. Мне понравилось барбекю. Ну что ж, будем использовать. Мне ж барбекю захотелось.